От слов к действиям. Сотрудники Госкомрегистра борются за чистоту крымской столицы. Специалисты комитета проводят комплексную очистку территории в районе 24-й школы. Поставленная цель – привести в порядок набережную, вдоль которой ежедневно ходят сотни людей. Основные работы на этом участке начинаются после 6 вечера, когда сотрудники Госкомрегистра покидают свои кабинеты. Вместо того, чтобы отправиться домой, неравнодушные граждане берут в руки рабочий инвентарь и приступают к физическому труду. Это наглядный пример того, что санитарное состояние города – забота каждого его жителя. К слову, с этой территории вывезен уже не один грузовик отходов. Глава Госкомрегистра Александр Спиридонов утверждает, набережную необходимо разделить на участки, каждый из которых будет закреплен за конкретной организацией. Сделать город чище возможно только общими усилиями. Приглашаем всех симферопольцев в пятницу, желающих принять участие. Будет уже текущая косметика, побелка деревьев, вывоз остатков мусора, сбор и, соответственно, благоустройство территории, перекопка и прочее.